Мир, где сказка живет среди чудес. В новой цирковой программе «Золотое турне братьев Шатировых» волшебство творится каждую минуту. На манеже артисты, которые своим великолепным мастерством заслужили множество наград на престижных цирковых конкурсах. А исполнительница трюков на русской палке даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Коллектив насыщенный разными жанрами, да, там акробатическими, гимнастическими, дрессурой, ну и так далее. Для детей у нас великолепные клоуны, для пап у нас великолепный балет, для мам у нас брутальные гимнасты и акробаты, воздушные гимнасты. Программа «Братьев Шатировых» напоминает удивительный калейдоскоп, в котором разные жанры сплетаются в живописный узор. На манеже даже скульптуры будут оживать под нетленные стихи Александра Сергеевича Пушкина. Этот номер передали нам родители, и это как-то идет из поколения в поколение. У нас есть уникальный номер с лестницей, переходная лестница воздушная, она взмывает вверх под купол. Мы эквилибристы, у нас есть нижний, который нас, верхних, держит на голове, в различных позах, на руках, на ногах. И, конечно, какой же цирк без животных? Уже в эти выходные на манеже лошади, обезьяны, верблюды, дикобразы и еще много обитателей из самых разных уголков мира. Громадные тигровые сетчатые питоны, просто громадные, до 7 метров. Крокодил, также, ну и царь зверей, лев. Это Цезарь. Да, Цезарь, звучит громко. Его специально так, он у нас с 2 лет, его специально так назвали Цезарь, чтобы он был такой хищник, Цезарь, да, а на самом деле он ласковый, нежный. Премьерное представление золотого турне братьев Шатировых можно посмотреть уже в эти выходные 24 сентября в 16 часов, 25 в 4 часа дня и в полдень. Мария Рянина, Павел Михайловский, Тюменское время.